У водителей, имеющих долги по неоплаченным штрафам, проблем станет больше. По новому федеральному порядку розыска должников сотрудники ГИБДД будут еще плотнее работать с судебными приставами. С 21 сентября полицейские обязаны не просто останавливать машину и сообщать человеку о его проблемах, но и помогать приставам при розыске должников и их выселении. К слову, в Барнауле автоинспекторы давно сотрудничают с судебными приставами. Мы дежурим на улицах совместно с судебными приставами. На стационарные посты они приезжают бригадой, проверяют должников, оформляют их, изымают вещи. Также выезжали поквартирно совместно с судебными приставами к тем людям, у которых большие долги накопились. Пока до автоинспекторов не доведен новый порядок розыска должников. К тому же, насколько он действительно осложнит им жизнь, станет понятно в ближайшее время.